мой друг, любитель объемистых старых автомобилей из Японии без пробега. Сегодня посмотрим пару обычных японских машин. Уже не Мерседесы, Мерседесы, все нормально там идет. Сегодня посмотрим, как собираются машины, просто обычные автомобили. Попроще Мерседесов. Это будет Эльгранд в 50-м кузове. Это будет Honda CR-V RD первый кузов. Машины просто хит продаж. Это вот Эльгранды, вообще автобусы в принципе. То есть Альфарды. Но Альфарды подороже, их берут чуть пореже. Эльгранды вообще популярны. RD первая может показаться старая машина 97-98 год. Но ее покупают, потому что машина реально легенда. Это двухлитровый мотор бензиновый, 4 ВД, кроссовер безрамный. Очень популярная машина. Их брали что распилом, что конструктором, еще больше ажиотаж. Давайте посмотрим, как это все. Обратите внимание на сиденье, то есть вообще вот прям ворс такой для 97-98 года, вообще в очень хорошее состояние. Лак еще в хорошем состоянии, багажник не закоцанный за 20 лет, люк. РД первые сервушки вообще популярные машины. Ну-ка сейчас попробуем ее заглушить, завести. Вообще прям. CR-V очень популярные машины, и вот именно берут не, допустим, не RU4, это которые там 2004 года, а вот именно покупают RD первую. Это там 97-98 год, 2000-й, популярная машина, двухлитровая, водовая. Все нормально тормозит, мотор шепчет. Тоже вообще торпеда такая, вот только следы клея. И все. Вот, ходовка по ямкам нормально, все отрабатывает. Эти машины еще и распилом завозили. Вот, а как конструктора разрешили, так вообще популярность их еще выше стала, этих сервушек.
народная машина, вообще прям как горячие пирожки. И Эльгранды, которые на сборке, вот этот, который сейчас подвешены, тоже покупают и 2,5, и 3-литровые. А, нет, они 3,5, это альфарды 3-литровые и 3,2 дизеля. Вообще все берут. Тоже популярные альфарды, эльгранды. Эльгранды, правда, подешевле, чем альфарды, поэтому их еще популярность. Я думаю, скоро Саи тоже поедут конструкторам. Правда, у них цены, конечно, вообще в этом кузове пока космос. Их даже на разбор не везут распилами. тысяч пробег. Представьте, а машина в очень хорошем состоянии. Ну, прям даже, ну, и по сиденьям, и вообще вот по ворсу, ну, можно определить, и как мотор работает. Потолок чистить надо. Вперед. Где-то, блядь, показывали по первой программе. Солдаты, блядь, газик собирали за сколько там? Вообще за минуты, блядь. Они сначала... Сколько их? Четверо человек. Сначала колеса бах одели, подогнали что-то там раму, блядь. Его перевернуть можно, газик этот нахуй. Раз, быстро-быстро, чик-чик-чик, принесли, кузов берут вчетвером, блядь. Раз кузов поставили, хоп, все, хоп, все, поехали, блядь. Якубович, это идет, блядь, программа. Сейчас заведем Эльгранда, посмотрим. Дизелек 3,2. Вот часики. Салон такой неукаченный, нормальный. Даже водичка есть. Ходовочка, надо линки смотреть, втулки стабилизатора побрякивает. Но мотор работает хорошо, это самое главное в этих Эльграндах. Линки-то, это расходники. У вас остались вопросы по поводу ввоза автомобилей распилом, конструктором, на палет, может быть, по стоимости, по срокам, как это оформляется юридически в плане договор там на дистанции, как он оформляется, то, что вы в Омске, мы в Владивостоке, либо вы на Камчатке. По таможенному оформлению, какие у вас документы будут на конструктор, на распил и так далее. Вы можете задать вопросы под видео, вы можете нам позвонить, вы можете написать электронное письмо, менеджеры вам ответят. А так, по стоимости, по срокам, по возможности ввоза, по невозможности ввоза. Пишите нам, звоните, менеджеры вам ответят на вопросы, сразу все посчитают, проконсультируют по всем оставшимся вопросам, которые вы не поняли, судя из наших видео. Я с вами прощаюсь, пока. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар».
ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.